провожаю Деврана в школу. Посмотрите, какие горы красивые, наверху снег, а у нас тут капель весенний. Одной рукой держу зонт, другой рукой телефон. Надеюсь, не сильно дрожит. Ну, дождик, что ли, на улице? Да. А у тебя что в руках? Зонтик. Мы автобус ждем? Да. Да, вон наш автобус едет. Сейчас Девран поедет в школу. Наш. У Деврана завтра в садике какое-то мероприятие. Очень много, кстати, в турецких школах проводятся мероприятия, где нужно утилизировать различные, я не знаю, коробки там ненужные, пакеты и прочее. То костюмы просят сделать, то какие-то поделки. Вот сейчас у них идет неделя робототехники. И мы вот ваяем робота для Деврана. Туловище у нас будет из коробочки, из-под обуви. Вот эти вот ноги. Это не ноги, вот эти ноги. Это ноги, сынок. Вот ноги это у нас... ноги, мам, смотри. Ноги бывают такие тонкие. Ноги у нас из коробочки, в которой фольга находится. Вот такие вот коробочки у нас с фольгой. Кстати, фольга у нас тоже в ход пойдет. Мы будем этой фольгой детальки обворачивать. Робот у нас будет серебристый. Миног мы сделали из нашей огромной коробочки. Из-под киндера сюрприза. А голова у нас будет вот из такой коробочки из-под чая. И в итоге вот такой красавец у нас получился. Что ты делаешь, сынок? Космонавт. Космонавта разукрашиваешь? Да. Это у тебя задание? Конечно, задание. Уроки твои, да? Да. Ну, разукрашивай. Куда это прилетел астронавт? Астронавт! Куда он прилетел? В космос. В космос. Смотри, он где-то флаг поставил. Да. Где он приземлился? На ракете. На ракете он прилетел на какую-то планету. Да. Сейчас будет ее исследовать, эту планету, да, сынок? Да. А это что? Ну, это планета. Планета тоже. Как она называется, эта планета? Сатурн это. Сатурн, что ли, это? Да, конечно, Сатурн. Сатурн. А это что вот это? Вот такая есть. Я не знаю, что это. Это Солнце, сынок. А вот Солнце? Это что за планета, вот это? Дунья. Дунья, правильно, Земля. Да, Земля. А это что? Аска-вешалка. На какую букву начинается? Аска. На букву А. Тамам. Дальше. Что у нас здесь есть? Это у нас что? Я не знаю. Хлебушек. По-турецки как будет хлебушек? Хлебушек. Это по-русски, а по-турецки? Экмек. Экмек. Вот это? Да, на букву Э. Угу. Дальше. Это знаешь, что такое вот это? Испанак. Испанак. Испанак на букву «ы». Да, вот этот «ы». Да, без точки которая. Это «и», сынок, это «и». А вот это «ы». Это «ы», да. Давай, соединяй испанак. Всем привет, я к вам опять с рассветом. Если видно, то тут парит. У нас морозное утро. Наши собираются в школу. Сегодня в школе последний день полугодия, 19 января 2018 года. Очень-очень морозное утро. Посмотрите на горы. Это совсем недалеко от нас. Мы выехали из дома, едем в школу к Аслану. На вручение табеля об успеваемости у Аслана будет пораньше немножечко, в 11 утра, у Деврана в 3. Сейчас мы к Аслану едем.
Спасибо, Лиза, вам. Давай карне посмотрим. Так. Аслан, у нас все оценки самые высокие. Отличник он у нас, сыночек, молодец. Поздравляю тебя. Он у нас так хорошо экзамен написал, четвертной. На 100%. А это английский у тебя, да? Ой, как хорошо, молодец, сыночек. Мы с Асланом пришли в школу за Девраном. Ему тоже будут вручать табель об успеваемости, только без оценок. Класс Деврана. Мы немножко рано пришли. Миник Йылдызлар. Маленькие звездочки. Снимай шапку, сынок. Девран! Мирабан. Привет! Привет! Мы пришли к тебе с Асланом. Вон и Аслан здесь. Evet, benim sınıfım zaten uslu. Aferin, çok güzel duruyorlar. Devran gel. Devrancığım, tebrik ederim. Başarıyla tamamladım. Al bakalım bu karnem. Bu karnem Devrancığım. Bu da hediyemiz. Hadi gel bakalım oraya bakalım. Tamam. Anne geldi. Evet. Teşekkürler. Şimdi baştan bunları verdik. Bu kalemi seneye kadar muhafaza etmenizi istiyorum. Yani saklamanızı güzel bir şekilde. Seneye bununla ilk harflerinizi yazmanızı istiyorum. İnşallah nasip olur. Kırılıp dökülmeden saklanırsa. Herkes bir tane rastgele alıyor, renk seçmeden. Sırayla ama. Oturun. Tamam. Ama size daha sıra gelmedi.